Вот и настало время для дерущихся за чемпионство в среднем весе. Представляю вам претендента. Бывший чемпион мира среднего веса в UFC. Израиль, последний повелитель стиля. Адесанья. Официальный вес 83 килограмма 690 грамм от претендента. И его соперник, правящий, защищающийся, неоспоримый чемпион мира в среднем весе, Алекс Перейра. Официальный вес 83 килограмма 900 грамм от чемпиона. Со мной претендент, дамы и господа. Израиль Адесанья, это крайне важный бой для тебя. Поделись тем, насколько он важен для тебя и как закончится этот бой. Он значит все. Скажу, как настоящий я. Завтра все будет сделано. Последний повелитель стиля. А теперь я рядом с чемпионом. Для тебя это огромный момент. Шанс защитить пояс против того, у кого ты его забрал. Поделись с нами тем, как пройдет ваш бой. Я сказал все, что было необходимо. Завтра я сдеру с него ошейник и буду выгуливать как собаку. Удачи вам, сэр! Чемпион, дамы и господа, Алекс Перейра! Мои господа, битва за Майами в полусреднем весе. Хорхе Геймпред Масвидаль! Официальный вес Хорхе Масвидаля 77 килограмм 560 грамм. И его соперник Гилберт Дуриньо Бёрнс. Официальный вес 77 килограмм 110 грамм. Итак, с нами Хорхе Масвидаль. Хорхе, для тебя завтрашний вечер будет особенным. Потому что ты будешь выступать в Майами, и потому что этот бой станет для тебя решающим. Поделись с нами своими мыслями. Готовьте свои труселя и исподние. Все будет как подобает для Майами.
Я и мои гуны выйдем на улицы. Зальем небо, как на 4 июля. И говорю тебе заранее, брат, я тебя вырублю. Ничего личного, но я должен вырубить тебя нахер. Люблю всех вас, Майами вперед. Погнали, мать вашу. Хорхе и Масвидаль, дамы и господа. А теперь с нами Гилберт Бёрнс. Гилберт, очевидно, что это важный бой. Ты тоже живешь в Майами. Это потенциальная рубка и очень важный бой для полусреднего веса. Поделись своими мыслями по поводу боя. Обожаю их. Сохраните это настроение, потому что я убью вашего мальчика. Погнали! Гилберт Бёрнс, дамы и господа. Увидимся с вами завтра ночью. Спасибо! Спасибо за просмотр. Видео переведено и озвучено командой TrueGym. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Добра тебе и удачи!